Ребята, всем привет! Приехал наконец-то на дачу. Хочу вам показать, сколько на данный момент зацвело роз, какие сорта. Это просто великолепие. Погнали! На этом участке я начал садить розы в 2021 году осенью. То есть в том году цвели розы впервые. Досаживал постепенно и той весной. Вот покажу вам, какие на данный момент цветут. Возле дорожки я посадил несколько видов бордюрок. Это бордюрная роза. Сорт называется Нинетта. Красивый такой цвет, оранжевый. Рядом с ней бордюрка Санта-Моника, но еще не цветет. А рядышком решил посадить три розы Orange Baby. Они разрастутся и будут большим красивым кустом. Красивый, яркий, такой насыщенный цвет у нее, мне нравится. Рядышком у меня растет японская роза Соло. Хоть я слышал, что это и шраб, но у меня такая малютка. Такого розового кофейного цвета. Возле нее еще одна достаточно известная японка. Я ее садил осенью того года. Это ее первый цветок. Сорт называется Мияби. Рядом тоже японская роза, сорт называется Мисаки, очень красивый такой нежно-розовый цвет. Еще одну японку жду, когда зацветет, это роза Корона, потом покажу. А вот еще одна замечательная роза, той осенью садил, это для любителей красных роз, сорт называется Explorer. Цветок уже третий день на жаре стоит. Дальше у нас вовсю уже цветет американская роза Distance Drums. Запах от нее просто сумасшедший. Возле нее еще не зацвела эта Моника Белучи, рядом Керио. А вот зацвела с просто огромными красивыми цветками. Это роза Франсуа Рабле. Посмотрите с ладонью, насколько огромный цветок. Очень красивая роза. Анора де Бальзак еще не цветет. Это начинает цвести роза Ланком. Запах тоже очень классный. Ребята, вот это хоть убейте. Не помню, как называется сорт. Может, кто-то вспомнит. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Роза тоже шикарнейшая. Запах просто неимоверный. А возле нее уже растет эта англичанка. Крон принцесса Маргарет. Тоже пока есть такой красивый компактный куст. Но я думаю, вырастет тут огромный баобаб. Ее надо отсюда убирать. Это роза шраб Лавила Кота. В том году первый год цвела. Такой огромный цветок был. Это она еще не полностью открылась. Я думаю, в полном распуске она себя еще больше покажет. На этой грядке уже отцветает еще один куст Distance Drums. Это роза красная бургунд. Тоже очень интересный цвет. Рядышком это роза Эльдорадо начинает открываться. Той осенью посадил флорибунду Санта Моника. Еще не открылась. Очень тоже жду. А это, как я ее называю, веселенькая роза Easy Does It, сорт называется. Такая гофрированная, красивая. Это одна из первых роз, которая была здесь посажена. Роза Грантаморе. Тоже очень стойкая, красивая роза. Той осенью посадил английскую розу Дэвида Остина. Это свадебная версия. Сорт называется Кейра. Она у меня, конечно, больше белая. Розовинки пока месяц еще не дала. Ну, скажем так, это первые ее цветки. Это флорибунда Эптайт, тоже уже проверенная роза. На другом участке у меня уже она 4 года растет. Эту розу я покупал на рынке, как Эмму Вудхаус, такого красивого пастельного цвета. Но получилось не то. Это еще одна роза, как на той грядке, о которой я говорил, что сорт также не помню. Ну а рядом у меня цветет просто огромный
цветок, это роза Эль Тора. Сравните с ладонью, тоже огромный просто. В том году он цвел впервые, но такого огромного цветка, конечно, он не давал. Так, что здесь еще зацвело? А, вот, это английская роза. Роза называется Patience. Но цветок немножко деформировался. В том году было, конечно, много интереснее. Это роза Claude Brasser. Тоже замечательный у нее цвет, стойкий. Это чайно-гибридная роза Vuvuzela. Начинает только открываться. Вообще, я доволен этим сезоном. Многие розы себя показали очень даже хорошо. Так, дальше. На этой грядке у меня тоже здесь где-то около 20 кустов роз цветет. Возле забора это посажена плетистая роза Пале Рояль. Замечательный тоже цвет. У нее такой нежный, розовый и с белизной. Очень красивая роза. Возле нее тоже той осенью была посажена эта плетистая роза. Желтая, называется она Эльф. Тоже только открывается. А это тоже плетистая роза. Сорт называется Барок. Такая персиковая, абрикосовая. Интересная роза. Так, кто у нас следующий? Это чайно-гибридная роза. Сорт называется Жанна Маро. Тоже только начинает открываться. Следующая роза, это чайно-гибридная роза Александрина. У этой розы такой нежный, сладковатый аромат. Так, кто у нас еще цветет? Это роза Анри Дель Бар. Тоже очень густомахровый цветок, но подпекается на солнце. А это чайно-гибридная роза. Сорт называется Айсфогель. Она как-то не полностью открывается, хотя в том году немножко по-другому цвела, конечно. Может, еще откроется. Той осенью посадил флорибунду, розу хамелеон. Этот сорт называется Акрополис. Тут должны быть и розовые, и зеленые, и коричневые оттенки, но пока только розовые. Кустик маленький. Рядышком роза Sunmaster Dark. Очень жду ее, очень она мне нравится. На данный момент это все, что цветет. Всем спасибо за прогулку.